Часы отправляются к часовому мастеру только тогда, когда когда они сломались. У нас серьезные неприятности. Бежим. Ой, здравствуйте, я заяц. Обыкновенный, очень умный заяц. А точнее кролик. В нашем сказочном лесу именно меня выбрали ведущим новогодней программы. А так как я очень ответственный, я решил серьезно подготовиться. Вот, в этой интереснейшей книжке я нашел такие интересные загадки. Сам я кузы, конечно же, отгадал, ведь я очень умный кролик. А теперь, когда я их выучил, я буду их вам загадывать. Только смотрите, загадки у меня очень интересные, но я буду вас запутывать. Сейчас только книжечку положу. Посмотрите, положим. Все, наизусть. Итак, вы будете разгадывать мои загадки. Загадка первая. Распустила хвост зар-птица, и горит, и серебрится, из заморских к нам долин этот хвост принес павлин. Умные дети. Ну хорошо, вторую загадку вам точно не отгадать. Кто в лесу глазит под елкой, чтоб не встретиться с двустволкой? Пиф-пиф! Скачет по полю марш-мелев, этот зверь зовется... Лев! А вот и неправильно! Заяц! Не удалось его все-таки обмануть. Ну сейчас вот точно не отгадаете. Не оленем и не бык. В жарких странах жить привык. На носу имеет рог, значит это... Носорог! Правильно! А теперь следующая загадка. Кто в густом лесу мелькает, рыжей суткой полыхает? Знает он в цыплятах толк. Этот зверь зовется... Волк! Лиса! Правильно, лиса! Ну, рыжая сутка же! Ничего себе, малышка! У нее на шее вышка! Ты, дружок, конечно, прав. Каланчу зовут жираф. Правильно. Слушайте следующую загадку. Кто не дружит с ярким светом? Под землей зимой и летом. Ну а сам он изрыл весь клон. Ну конечно, это крот. Правильно, крот. Слушайте следующую загадку. Он на дереве сидит и в то дерево стучит. Он стучит, как в балабан. На сосне сидит кабан. А все-таки кого-то я обманул. Кто-то сказал кабан. Ну как это? Кабан на дереве может сидеть. Очень интересная ситуация. Кролик! Ой, кролик! Кролик! Меня срочно кто-то зовет. Простите, мне нужно бежать. До свидания! Нет, я просто очень сильно боюсь Снеговика. Снеговик, он сильный. Он обязательно справится без меня. А я пока здесь побуду. Песенку вам веселую свою. Жили-были кракобряки в удивительном лесу. Под зеленым, под пенечком у опушки на носу. Кракобряки ели клюкву, пили сладенький кисель. Танцевать же кракобрякам никогда было не лень. Старший бряк кричал: давайте, средний скрикивал: вперед! Кто кого перетанцует, кто кого перепоет. А малышка тихо-тихо пропищала вот сиду: запевайте вашу песню, я вас всех перекричу. Кракобряки, бум-бараки, тили-тили-тили-бум. Кракобряки, бум-бараки, бус. И развалился дом. Ха-ха-ха! Кого я вижу? Кажется, мы с вами знакомы. Нет, это не я. Это точно не ты. Это точно не я. Это совсем другой гном. Другого такого труса и вруна я еще не встречала. Нет, это ты, мой миленький гномик, забыл свою старую знакомую Снегоргону. Забыл. Стоп! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ага, вот опять ты врешь. Молодец, не забываешь моих уроков. С этой минуты будешь слушать меня. Хорошо. Молодец. А теперь иди сюда. Ой. И слушай мое задание. Ты сейчас пойдешь и... Я? Да ты. А теперь иди. Быстро. Кто ты, идиот? Спрячусь-ка я. Ой, здравствуйте, я заяц. Странно, но мне кажется, я уже где-то видел и знаю вас. А мы с вами знакомы? Да. Да. А мы с вами уже виделись? Да. Ну, тогда вы должны знать, то, что я вовсе не заяц, а... кролик. Правильно, я кролик. Очень глупый кролик. И, наверное, очень вкусный. А я такая голодная! Может быть, я и вкусный, но вовсе не глупый. Просто я рассеянный и забывчивый шаг. И я обязательно исправлюсь. Ведь я лучше всех! Кстати, мне научили организовать новогодний праздник в нашем лесу. И вот на очень интересной книжке я нашел очень интересную игру. Давайте мне поиграем, а? Пожалуйста. Не надо, я тебя съем. Часики, поиграй. Мне сейчас некогда, но потом я с тобой обязательно разберусь. Ха-ха-ха! Ай, страшно. Ушла. Подождите, это что? Она собиралась меня съесть? Да. Ух, она злючка, колючка. Но ничего, я не из трусливых, я трусливый, и я. болеете? У вас замерзли усы, у вас замерз живот, у вас замерзли коленки, у вас... Молодцы! У вас замерз хвост! А что? Нету хвоста, да? У нас нет. Ну хорошо, у вас замерзли коленки, у вас замерз живот, у вас замерзли коленки, у вас замерзли плечи, у вас замерз живот, у вас замерз живот! Ну вы такие умные! Я даже вас почти не запутал! Очень умные дети! Ой, подождите! Кролик! 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 Да нас звали, да? Ну простите, мне срочно нужно бежать! Опять меня кто-то ищет! До свидания! Пока-пока! Еще увидимся! Кто-то водит нас кругами и не дает добраться до мастера. А может быть, мы просто сбились с пути? Нет, это точно кто-то запутал все лесные тропинки. Все пропало, меня не успеют починить, и праздника не будет. Тише, сюда идут. Наверное, это злодеи. Скорее, проверку. Неужели? Дядька вернулся на эту поляну. Вот, это же сосулька висит. Мне никогда не догнать часики. Беда пришла в наш лес. Надо что-то делать. Надо звать на помощь. Помогите! Помогите! Что случилось? Почему ты кричишь? О, вы здесь? Вы мне очень нужны. Зачем? Злая волшебница Снегоргона решила помешать приходу Нового года и отправилась вслед за вами. Так вот, кто запутал все лесные тропинки. Ой, мамочки, только не плачь. А я не собиралась. Собиралась, не собиралась, а плакать равно придется. И не только тебе. Все вы будете плакать горькими слезами. Я вас заморожу. Закружитесь, завертитесь и ко мне поворотитесь. Заколдую, завораживаю, замораживаю. А вот не получилось, а ну немедленно расколдуй их. А ты почему не застыл? Ха! Какая же ты глупая, Снегоргона! Снеговика заморозить решила! Я и так и снега сделан! Меня холодом не одолеешь! Выходи на бой, Снегоргона! Я сильный! Я тебе сейчас как стукну! Кашмяк! Капряк! Стой! Сейчас как стукну, как шмякну! Постой, отдышись! А я пока в часиках покопаюсь, посмотрю, нет ли у них ненужных деталей. Гном, помоги! Гном? А, явился. Ну что, выполнил мой приказ? Какой приказ? Бедный, бедный снеговичок. Тебя предал твой лучший друг. Гном, скажи, что ты меня не предавал. Я его не предавал. Врет. Я не вру. Я больше вообще врать не буду. Я не выполнил твоего поручения. Что? Ты не увел мастера подальше от его мастерской? Ну ничего. Теперь это и не так уж и важно. Часы в моих руках, и никто не смеет мне помешать. Да, часики! Ну что, готовьтесь! Я тебе помешаю! Ты мне помешаешь? Ой, как страшно! Трус меня пугает! Я больше не трус! Выходи на бой, Снегоргона! Я ведь тоже волшебник, только добрый! Будем сражаться! Ты испугаешься первого же моего колдовства! Трусливее тебя в этом лесу только зайцы! Нет, нет, заберусь, а потом и тебя съем. Ну что, гномик, начнем. Что? Я немножечко не понял. Вы что, хотите меня съесть? Поговорим об этом позже, не мешай мне. Ну что, гномик, пришел понять, что тебе надо? Простите, пожалуйста, у вас там часики сломались. Позвольте мне, пожалуйста, починить, да? Делай, что хочешь, только не мешай мне. Сейчас я с тобой разберусь. Потом снеговика уничтожу. Часики разломаю. Часики! Что этот заяц говорил о часах? Вообще-то я не совсем заяц, я кролик. Очень важный весу зверь. И к тому же я часовой мастер. У меня весь лес часы чинит. И простые, и волшебные. Прибегут к моей мастерской и кричат: кролик, кролик. А я забираю их часы и чиню. Я очень важный весу зверь. Не смей трогать часы. Придется сначала мне тебя слопать, потом с гномом разобраться. Подождешь? Что ты наделал? Я расколдовал. Я обратно заколдовать не позволю. Он мой друг. Не смей трогать его. Да! Ну какой ты милый гном! Сейчас я с вами разберусь, замри! Отомри! Замри! Ах, так! Отомрите! Пойдем! А ну замрите! Отомрите! Замрите! А, прекратите баловаться! Вы не знаете меня? Чинить часы! Не смей чинить часы! Не смей! Но я их уже потянил. Что? Все замри! Замри! Молодец, но она и правда застыла. Застыла. Давай скорее пробьем нашу волшебную мелодию, пока Снегоргона застыла. Давай. Дедушки и бабушки. Здравствуйте, герои сказочные. Здравствуйте. Сегодня весело кругом. И снежным праздничным ковром лежат снежинки возле школы. На окнах чудные узоры. В наряде дивном елка ждет. Вот-вот наступит Новый год. Год новый сил набирает. Сегодня он в права вступает. Всех с Новым годом поздравляем, всем счастья и добра желаем. Спасибо большое, и вам наступает. И вам того же. Как мы рады, что вы появились. Очень. Вижу, у вас в гостях была Снегоргона. Давно я ее не видел. Трудно, наверное, вам с ней пришлось. Да, она нас чуть не поломала. Да. Снегоргона, оживи! Ну и я пойду? Ступай! Я ушла, но обязательно вернусь! Ступай, ступай! Нечего здесь грозиться! Дедушка Мороз, зачем ты ее отпустил? А что же мне надо было с ней делать? Перевоспитать! А как же ее перевоспитать? Она уже взрослая. Ну, или превратить в добрую волшебницу. Да. Волшебство здесь помочь не в силах. Только если сам человек захочет измениться, он сможет стать добрым. Пусть Снегоргона сидит у себя во дворце и думает, так ли приятно быть злым. Ладно, пускай думает, а мы будем веселиться! Будем встречать Новый год! Будем петь и плясать! Ура! Кружит веселая метель, сугробы наметая, и снова льет. дарит людям Новый год. Он полон света и добра, он фейерверк и краса. И в каждом уголке земли, повсюду там и тут. А сказка вновь приходит к нам под новогодней маской. И зажигаются огни, и чудо люди ждут. Будет снег и будет праздник, время движется вперед. На большой земле прекрасной наступает Новый год. Снова звездами украшен новогодний небосвод. Доброту, любовь и счастье дарит людям Новый год. Наступает Новый год, снова звездами украшен новогодний небосвод. Доброту, любовь и счастье дарит людям.